Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что снова заглянули на мой канал. И также, как всегда, огромное спасибо, что ставите лайки, что пишете добрые комментарии, что не ругаетесь между собой, и за то, что подписываетесь на мой канал. Я, в общем-то, была в отъезде, поэтому не могла сразу ни видеоролик посмотреть, ничего прокомментировать. И я вот только появилась, поэтому уже посмотрела, насмеялась аж до слез и делюсь с вами своим мнением. В общем, начало ролика меня хотя бы порадовало тем, что сегодня речь у Игоря была более-менее. И сегодня, вы знаете, вот честно, даже каких-то таких заумных слов не было сказано. Из начала ролика я поняла, что Сергей куда-то собирается ехать, но почему не хочет, если он хочет и собирается ехать, что баба Галя куда-то уходит непонятно куда. И тут выясняется, что баба Галя устраивает Сергею концерты. Концерты, ребят, с ревностью. Вы представляете, баба Галя приревновала Сергея, что якобы придет какая-то женщина в дом, что вот Сергей куда-то поедет к какой-то женщине, он привезет какую-то женщину домой, и она будет там еще и хозяйничать, а баба Галя типа такая, она не хочет, ведь получается баба Галя его содержит, потому что из-за нее все ему покупают, присылают и продукты приносят. И, в общем, целый цирк, она прицепилась к туфлям Сергея, что вот это за мои деньги купленные туфли, на что Сергей говорит, я вообще их сам купил. В общем, ребята, клоунада, это цирк. Уже, понимаете, человек в своем доме не может ничего решать, потому что решает все баба Галя, потому что она основная, потому что из-за нее Сергей разбогател, и теперь Сергей не имеет никакого права ни на что. Ни съездить к какой-то женщине, к подруге, ни вообще, по-моему, привести в гости кого-то. В общем, потом они едут, везут какой-то женщине картошку, я так поняла, Сергея, знакомая, где он ее встретил, когда покупали они симку, и он ее не видел 2 года, но познакомились они вроде как давно, в общем-то. И он говорит, не получается у меня часто ездить туда, потому что, ну, с такой зарплатой не наездишься, все-таки как бы далековато получается она живет. Но, опять же, начинается ковырянье в личном у Сергея. Мальчики, женитесь вы хотя бы один. Вы все трое не женаты, а пытаетесь навязать кого-то Сергею. Но сам он выберет того, кто ему нужен и кто интересен. Уже настолько все это достало, что вы постоянно его ковыряете, лезете в душу. Вот, а ты не хотел бы обустроить свою жизнь? Вы уже обустроили ему жизнь, приведя в его дом бабу Галю, которая вообще не дает ему и шагу сделать без присмотра. В общем, что дальше? Дальше приезжают они домой. И тут баба Галя на пороге с пакетом с магазина, с истерикой, что она уходит. Баба Галя, ты куда уходишь? Я ухожу к себе в баню. Она в баню уже занесла американскую сумку, как она сказала. Вот вам и все ваше уважение к пожилым, как вы говорите. А Игорь так спокойненько говорит, баба Галя, при всем уважении ты ку-ку. Это нормально, я бы себе даже такого не позволила. Да, человек в возрасте, да, у нее свои эти тараканы в голове, скажем так, и мы не знаем, какие мы будем. Но взять вот так, просто сказать на камеру, баба Галя, ку-ку, ну, понятно. А потом обижаются, что в комментариях пишут такую же лободу на бабу Галю, и все гонят. Ну, вот выставляют специально на посмешище. Сегодняшний ролик – это то же самое посмешище. И про Васю мы уже не слышим ничего, лишь то, что якобы кто-то ей или сказал, или с чего она придумала, что к Сергею собрались Инну привезти, которая будет жить с Сергеем. Где она узнала, что она придумала? Может быть, кто-то где-то какой-то ролик посмотрел, где, ну, как бы говорилось на эту тему, но как бы в предложениях.
И вот она это все вбила в голову, что придет Инна к Сергею жить, и все, Инна станет хозяйкой, а тут пока хозяйка баба Галя, и ей срочно надо уходить в баню. Не знаю, что это за постановка, или она на самом деле уже руководит самими ребятами, чтобы, не знаю, что она этим хочет, вот как бы мне честно непонятно. И опять тут я не буду тут, а он будет водить баб, а я что тут буду? И понеслось, и поехало. Короче, я, ребят, насмеялась. Я насмеялась, что баба Галя в таком возрасте, и оказывается, она может быть такой ревнивой. Ну, короче, сегодняшний ролик — это тоже настоящая клоунада, и это такой уже, я не знаю, заезженный спектакль, что, мне кажется, мудрее ничего уже и придумать не могут. Не знаю, что там у них будут за комментарии, конечно, я даже представить не могу, надо почитать ночью, потому что все это днем и вечером все это чистится и удаляется. Ну и что, уговорили ее в конце концов, что да ты что, баба Галя, да не будет жить здесь Инна, да не будет тут никто жить Сергеем, но осталось, ну вот неделька, ну потерпи, ну уже совсем мало осталось, иди скорее забирай свою американскую сумку. Да, надо бежать, сама уселась, дальше сидит. Проверили, что в магазине купила. Купила молока, купила минералки. Ну, удивительно предложила, хотите минералки, возьмите, попейте. Ну, никто, видимо, не хотел, но что. Если баба Галя оттуда пила, неужели ребята будут пить? Понятно, что нет. Короче, итог, ребята. Бедный Сергей, вот на самом деле, вот как мне жалко этого человека. Туфлями попрекает, готов эти туфли забрать, что купленные за мои деньги. Это уже человеку надо все свое шматье, все купленное, привезенное ребятами, все уже прятать, чтобы она не орала и не кричала, что это купленное за мои деньги. Он не имеет просто никакого права что-то делать, говорить и как-то поступать в своем доме. Я не знаю, привезли, называется, ему невесту, и теперь личную жизнь он свою не может построить. Даже не может съездить в гости к подруге, потому что начинаются истерики. Но это честно, я не знаю. Это, конечно, и смешно, блин, но и не знаю. Ну вот я уже на самом деле смотрю не как сериал, а уже, знаете, как кинокомедию многосерийную. И каждый раз ожидаешь снова какой-то прикол, и не знаю, уже честно, я не жду видео с Женей, я не жду видео даже, знаете, вот с Инной, мне уже больше прикалывают видео с бабой Галей, потому что знаешь, что что-то будет трэшевое. Да, научились они снимать трэш, им это выгодно. Короче, не знаю, мои хорошие, не знаю. Пишите ваше мнение. Но еще по поводу клеща, это вообще, ну как-то так, не достать клеща у кота, и нужно переть в клинику. А котик такой красивый, боже, такой уже красавчик. Явно, что Сергей его любит. Ну а что за у ребят за руки, чтобы не достать клеща у кота? Ведь можно самим это сделать. Ну, хотя, знаете, если там один клещ, может, там и много будет клещей, пускай везут. Пускай везут, хотя бы кота посмотрят, может быть, там еще и обработают, и все будет в порядке. Ребят, пишите свои комментарии, пишите свои мнения. Мне очень интересно, что вы думаете относительно этого видеоролика. И знаете, мне больше всего, наверное, хочется, чтобы побыстрее эту бабу Галю выселили. Чтобы побыстрее пришел тот день, когда привезут бытовку. И побыстрее она уже съехала. Чтобы Сергей, наконец, вздохнул полной грудью и делал в своем доме все, что пожелает. В конце концов, он хозяин. Но пока он не чувствует себя хозяином, потому что у него есть хозяйка, которая считает, что она содержит его. И у меня все, мои хорошие. Жду ваших комментариев, жду ваших лайков. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Всех виртуально обнимаю. Всем хорошего настроения, всем позитива, добра, улыбок. И главное, здоровья. Берегите себя и своих близких. Всем пока.